Мы рады приветствовать на сегодняшнем матче всех любителей футбола, игроков и судей. Уважаемые зрители, просим вас встать для исполнения государственного гимна Республики Беларусь. Ира, Ира! Ира!
Пауза, пауза. Пауза.
Саша. Смотри внимательно, дальше. Остановись напротив, быстрее, внизу. Ира, туда, Ира, туда. Иди, 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 иди. Okay.
Давай, 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 давай!
Oh,
будь здоров, будь здоров. Все, умница. Сберите игроков. Сберите игроков. Вика, Вика, твоя пять. Вика, со сторон. Останови. Прими! Да! 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 Да!
голову вывесила, слушай, ты не такой. Ты меня! Что?
Замена в команде «Динамо» ГУК. Поле покидает Анастасия Попова, игравшая под 21 номером. В игру вступает Анастасия Шлопакова, номер 4. Молодец, хороший собак. 100! 100!
Добавлено минимум одна минута. Давай!
Уважаемые болельщики, в целях предотвращения распространения острых респираторных заболеваний, пожалуйста, занимайте места на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга на трибунах. И помните об этой информации, возвращаясь на трибуны к началу второго тайма. Спасибо. Еще, Витя!
Давай, Юль!
Да, 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 да
Ирочка ближе, Ирочка ближе. Дёльку! Yeah.
и вы следующий играете. Замена в составе команды Днепр на Дню. Поле покидает Виктория Горнюгова, игравшая под 15 номером. В игру вступает Наталья Ласточкина, номер 13. Стоит.
Юль, можно? Слева, Люш,
Thank you.
Замена в команде Днепр-Могилев. Поле покидает Ирина Третьякова, играющая под пятым номером. В игру вступает Надежда Савченко, номер 8. Поле покидает Клавдия Гарда, играющая под шестым номером. В игру вступает Виктория Валюк, номер 5. Лариса! Лариса!
поле покидает Дарья Манякова, игрок под 9 номером. В игру вступает Вероника Минченко, номер 16. До конца за ней! Падай, Анна, Борис! На ее место, Борька!
Что вы посетили сегодняшний матч. А следующий поединок с участием нашей женской команды состоится в среду, 8 июня. Это будет ответный матч 1/4 Кубка Беларуси, где мы сыграем против женского футбольного клуба «Зорка БДУ». Стадион «Рубцов БДУ». До новых встреч, друзья! Берегите себя!